Приветствую всех моих зрителей. Сегодня мы будем запекать в духовке козье мясо, которое на греческом называется катсикаки бути. Это ножки молодой козы. Еще для этого нам нужно будет оливковое масло, картошка, орегано, куркума, соль, горчица, лук и чеснок. Цена на ножки молодой козы в Греции довольно-таки высокая, 8,80 за килограмм. Если хотите узнать, как готовят греки козье мясо, оставайтесь со мной. В порезанную картошку мы добавляем горчицу. И нужно все хорошо перемешать. Ой, как приятно поваскаться в горчице. Оставляем картошку где-то так минут на 20, чтобы они подружились вместе. Лук и чеснок мы режем на кусочки. В мясе мы делаем такие кармашки, надрезы, и запихиваем туда кусочки чеснока. И так делаем на всем мяске. И теперь мы выкладываем все на противень мяса. Картошку. Посыпаем луком. Посыпаем ореганом и куркумой, луковым маслом. Заливаем водой и добавляем лимонный сок. Немножечко вот так воду по всему противню распределяем воду. И сейчас мы накрываем это все пекарской бумагой. Вот такая красота и вкусность у нас получилась. Если вы хотите первыми узнавать новые рецепты, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада вашим лайкам и комментариям. И до встречи. Всем пока-пока.